Ликен. Добрый день, уважаемые янаульцы. Вас и приветствует янаульская студия телевидения. Начинаем наши передачи. Фикус Нуриханович, 5 марта состоялись первые нашей республики выборы нового парламента. Расскажите, пожалуйста, об итогах выборов. В целом, по нашему району, можно сказать, выборы состоялись успешно. Явка избирателей в целом по району составляет около 77%. Если взять в разрезе села и города, по городу явка избирателей была около 60%, а по селу 94%. Кандидаты, депутатами Государственного собрания, Палату представителей избраны по нашему Янаульскому округу Зиязов Назир Загитович, глава администрации города района, и Пензин Юрий Гаврилович, начальник НГДУ, и при том с большим преимуществом. В законодательную палату также с очень большим преимуществом по Буйскому избирательному округу номер 30 избран Валиуллин Митхат Мансурович, который до настоящего времени работал заведующим сектором секретариата Верховного Совета нашей республики. Товарищ Валиуллин прошел с преимуществом также и по Татышлинскому и Калтасинскому району. Также у нас избраны все депутаты, все 43 депутата в городской совет по всем округам. Можно сказать, что практически полностью избраны депутаты сельских советов, за исключением Иткеневского сельского совета, где в 5 округах мандаты оказались незаполненными. Там предстоят еще повторные выборы, которые пройдут где-то уже во второй половине мая. Что надо сказать? Хотя я сказал уже вот 77% явка, но по сравнению с предыдущим годом, когда мы выбирали федеральные собрания, явка уже все же идет, имеет тенденцию к снижению. Так вот, в этом году в выборах у нас приняло участие 26 тысяч избирателей, а вот в прошлом году было более 29 тысяч. Фикус Нуриханович, и в чем же причина, как вы думаете? Причины тут, конечно, разные. Это есть общая такая, объективная такая тенденция. Это по селам, по стране, не только у нас. Народ как-то уже, ну, можно сказать, насыщается этими выборами. Последние годы очень много этих выборов. Референдум, несколько референдумов провели, выборы. И какой-то и неверие, наверное, органам власти есть. Но есть и, я думаю, и некоторая недоработка с нашей стороны. Вот, например, прошлые года при подготовке предвыборной кампании активное участие принимали агитаторы. Сейчас практически в городе вот институт агитаторов у нас отсутствует. И это очень сильно сказывается. Единственный вот положительный пример по городу я могу привести только вот по НГДУ. По селу еще более-менее. Там есть организаторы, там можно еще. А по городу вот над этим нам, наверное, предстоит работать. Фикус Алиханович, несколько слов о новом парламенте, какие ближайшие шаги также нашего Янаульского городского совета депутатов, народных депутатов. Сейчас первые шаги, что нам надо сделать, уже незамедлительно. В течение 2 недель по закону мы должны провести организационную сессию. У нас запланирована городская сессия, первая сессия состоится 17 марта. 2 часа в здании, вот в зале заседаний городского совета. В субботу
Уфе состоялось заседание Организационного комитета, где созданы инициативные группы, и планируется 21 марта тоже проведение первой организационной сессии. Но организационной сессии мы должны избирать председателя городского совета, заместителя, президиум городского совета, подтвердить полномочия всех избранных депутатов, рассмотрим структуру аппарата президиума и структуру городской администрации. А в государственном собрании там предстоит выборы председателя государственного собрания, председателей палат, постоянных комиссий и комитетов. Вот это ближайшая вот задача. Там уже дальше жизнь, как говорится, покажет. А когда у нас следующие выборы, Виктор Иханович? Следующие выборы по Конституции, действующей Конституции Российской Федерации, в декабре истекают сроки полномочий Федерального собрания. Хотя пока еще новые законы не приняты по выборам Совет Федерации, Государственную Думу, но Конституция, я думаю, будет соблюдена, и в декабре нас ожидают еще выборы вот, в Федеральное собрание. А следующий, затем по Конституции, истекает срок полномочий в июне 96 года президента Российской Федерации. Но, повторяю, пока еще законов нет, разговоров очень много идет. Кто-то хочет продлить эти полномочия без выборов, кто-то хочет референдум проводить. А в основном, я думаю, надо бы придерживаться конституционных сроков проведения этих выборов. И в заключение я хотел бы от имени от президиума городского совета, районной избирательной комиссии выразить большую признательность, благодарность всем тем, кто принимал активное участие в подготовке и проведении этих выборов. Это счетчики, предприятия, организации, учреждений города и района. Это члены участковых комиссий, другие работники. Эта работа в основном бесплатная, общественная, за счет личного времени. Многие из них очень добросовестно, кропотливо, ответственно подошли к этому вопросу. Я выражаю очень большую благодарность всем. Спасибо. Хотя последние дни заметно похолодало, но весна делает свое дело. Нет-нет, а выглянет веселое весеннее солнце, стараясь растопить своими теплыми лучами землю от снега. Как поется в песне, весна идет весне навстречу. И все же, что же делается в нашем районе весне навстречу? Главой администрации города и района принято постановление о подготовке населенных пунктов, хозяйственного строения и других сооружений к пропуску паводка 95 года. В целях своевременной подготовки района к пропуску льда и весеннего паводка, обеспечение сохранности материальных ценностей, недопущение чрезвычайных происшествий весенний паводок, создана районная комиссия для организации работ. Сельская администрация обязала создать комиссии, разработать мероприятия по борьбе с паводком в период ледохода и высокого уровня паводковых вод, организовать круглосуточное дежурство ответработников в целях принятия экстренных мер при угрожающих обстоятельствах. Хотя и нет особой тревоги, и все же руководство администрации города и района просит население, особенно сельское, запастись продуктами, товарами первой необходимости, газовыми баллонами и другими необходимыми для жизнеобеспечения товарами. В паводковый период будет организовано дежурство из членов районной комиссии и на селе ответ работников сельских администраций. Телефоны в городе в рабочее время 2:15:38, 2:15:91, 2:18:85. В нерабочее время и выходные дни 2:11:67, 2:17:07, 72:03:38. В целях сохранения дорог, упорядочения движения автотранспорта по дорогам района с 1 апреля 1995 года запрещено проезд всем видам автотранспорта.
разрешить проезд автомобилям для перевозки продуктов, товаров народного потребления и других работ жизнеобеспечения населения согласно пропусков, выданных отделом городского хозяйства администрации города и района. Сегодня с информацией для вас выступят председатели комитета по управлению муниципальной собственностью Алсу Садыковна Якупова. Уважаемые акционеры ЧИФа «Восток», как вы знаете, 2 марта в городе Уфе состоялось собрание акционеров ЧИФа «Восток». Присутствовало на собрании 385 тысяч акционеров ЧИФа «Восток», присутствовало всего 1129 человек. Это составляет всего лишь 0,3% от общего числа. При таком незначительном представительстве требовалось особенно четкое соблюдение законодательства с тем, чтобы присутствующие очень квалифицированно решали все вопросы, не ущемили интересы отсутствовавших. Собрание было проведено без соответствующего кворума, с нарушением процедуры, то есть собрание было неправомочным. Действующим законодательством на госкомсобственность Республики Башкортостан, как и на комитеты по управлению муниципальной собственностью, возложена обязанность по контролю за деятельностью чековых инвестиционных фондов по защите интересов акционеров. По результатам проверки ЧИФа «Восток», проведенной Государственным контрольным комитетом и Госкомсобственностью Республики Башкортостан, были выявлены нарушения в деятельности фонда. И в связи с этим были отменены лицензии, ранее выданные лицензии как ЧИФу «Восток», так и его управляющему Кадырову. Что касается обещанных Кадыровым высоких дивидендов, сначала он обещал, как вы знаете, 100 тысяч рублей на каждый вложенный ваучер, а затем и большие суммы, то с финансовой точки зрения это возможно только путем распродажи существующих активов предприятия, а это приведет в свою очередь к прекращению деятельности ЧИФа «Восток». Поэтому назначено повторное собрание акционеров ЧИФа «Восток», которое состоится в городе Дюртюли 13 марта в 14 часов в Доме культуры. На повестку дня поставлены следующие вопросы. Утверждение годовых результатов, утверждение годовых дивидендов, внесение изменений в устав, внесение изменений в договор с управляющим. И пятый вопрос – рассмотрение решений предыдущих собраний акционеров. На данное собрание поедут акционеры, которые вложили не менее 25 ваучеров. А для тех акционеров, кто не может присутствовать на данном собрании лично, для защиты своих интересов, комитет предлагает оформить доверенность на имя представителя комитета по управлению муниципальной собственностью. Госкомсобственность Республики Башкортостан примет все меры для того, чтобы собрание прошло в строгом соответствии с установленными законодательством требованиями, чтобы во всех рассматриваемых вопросах приняли участие и голоса тех, кто не приедет на собрание лично. Поэтому прошу вас, акционеры ЧИФа «Восток», принять активное участие и прийти в наш комитет по адресу город Янаул, улица Азина, 30, в здании городского совета и оформить доверенности. При себе нужно иметь паспорт и количество акций. Наш телефон для справок 237-61. Еще раз повторяю номер нашего телефона 237-61. Спасибо за внимание. С 20 по 24 марта в районе под руководством начальника гражданской обороны Республики Башкортостан, премьер-министра Республики Рима Сагитовича Бакиева пройдут штабные учения по гражданской обороне. В ходе учения будут проверены выполнение решений правительства по вопросам гражданской обороны, устойчивость функционирования хозяйства города и района в чрезвычайных условиях, умение руководительского состава действовать в этой ситуации. Учения будут развернуты на объектах народного хозяйства, нефти и газодобывающего управления «Краснохолмскнефть», элеваторы, железнодорожные станции, заводы строительных материалов, маслосырокомбината, мясокомбината, сельского профессионально-технического училища, средняя школа номер 2, Кармановской средней школы, Кармановской ГРЭС, Кармановского и Кисакаинского сельских советов.
Несмотря на то, что жизнь нас довольно часто ставит в экстремальные ситуации, связанные с пожарами, наводнениями и взрывами на заводах, почему-то у нас многие часто спрашивают, нужна ли нам вообще гражданская оборона. И мы убедились в том, побывав в городе Ишимбае и в Ишимбайском районе, где прошли учения по гражданской обороне, где обрабатывались, значит, служб гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, именно вот на таких объектах, где происходят и пожары, и взрыв, и все остальное. Сейчас вот мы стоим на объекте, где скоро развернутся события, которые, значит, еще раз нас убедят в том, что как необходимо нам в нашей сегодняшней жизни гражданская оборона. Электроэнергия отключена полностью. Значит, в первом, во втором и третьем боксе люди пораженные. Передали, что люди? Да, передали. Вызов подтверждать? Подтверждать. На спасателей ждать. Челина, я второй раз слышу, прием. Или это пострадавший, обеспечен вызов спасателей и медицинской службы. Как слышите, прием? Повторите обстановку.
Объекта усилиями санитарных дружин, разведзвена, пораженные, находящиеся в наземной части здания, были эвакуированы. Но так как сил завода не хватало, решением начальника гражданской обороны города Ишимбая была запрошена поисково-спасательная группа Республики Башкортостан из авиаотряда БАЛ. Усилиями этого отряда двое пораженных были сняты с крыши. То, что вы прекрасно видели, как это происходило на самом деле. И на этом учение, пожар был ликвидирован, и на этом учение было закончено. Как вы оцениваете действия пожарной бригады, так скажем? Надо сказать, что пожарная часть действовала умело, четко. Все свои обязанности знают, действовали уверенно и весьма четко. И что предстоит дальше сегодня у нас? По плану. По плану дальше сейчас производится отработка водной на станции Лугват, где 72 тонны жидкого аммиака вытекло. Значит, действовать будут пожарные, которые обязаны отсечь облако зараженного воздуха от населенного пункта Старый Ишимбай и самого Ишимбая, чтобы не было поражения мирного населения на сегодняшний день. Уважаемые телезрители, послушайте объявление. Сегодня в районном дворце культуры
Состоится вечер под названием «Жемчужины родного края». Вас ожидает приятная встреча с поэтами, писателями, композиторами, мастерами сцены Фаритом Суфьяровым, Кавсарией Шафиковой, Венерой Кагировой, Рафисом Мухаммеддиновым, Гульнарой Зиязовой, Риммой Муфазаловой, Наилем Шаймардановым и многими другими. Начало 20 часов. Добро пожаловать!